Концертная площадка молодежного парка стала эпицентром культурного события района. За несколько минут до начала у импровизированной сцены собрались десятки зрителей. Бобруйчане пришли сюда семьями, чтобы зарядиться хорошим настроением. Конец лета, но мы хотим это яркое, немножко пасмурное оно было, но оставить впечатление радости, света в сердце каждого ребенка ярким культурным праздником с концертной программой. Концерт в том числе подвел итоги оздоровительной кампании, которую проводил центр «Росквит» на протяжении всех летних каникул. А это значит, что 3 месяца двери клубов были открыты для всех желающих, и воспитанники могли продолжать заниматься творчеством. Презентации силового и модельного детского фитнеса «Олимпия Фит Кит» и номеров воспитанниц профессиональной студии восточного танца «Лана» стали гвоздем программы. Красавицы от 5 до 50+ очаровали зрителей. Многие в этот день решили тоже начать танцевать и записались в студию. Руководитель Алена Арсентьева пояснила, занятия стартуют с 1 сентября. Она уверена, новым ученицам понравится, ведь чарующий зажигательный балетданс – это не только танец живота в привычном понимании. На фундаменте восточной лексики строится огромное количество номеров. В нашей студии мы изучаем все виды восточного танца, все стили и номинации, которые бывают на конкурсе, и презентуем в своих концертных программах. Будет табло, классика, фольклор, шоу и даже фьюжн. Праздник длился несколько часов и получился ярким и запоминающимся. Первомайцы оценили таланты юных и взрослых артистов и с удовольствием делились впечатлениями и настроением цвета лета на камеру. Мне понравилось, как девочки пели. Вот. Ну и как девочки танцевали. Замечательное настроение, все весело. И ребенку весело. Очень замечательно. Да, очень хорошо, весело. Хорошо поют, танцуют. Восточные танцы замечательные, пение тоже. Молодцы ребята, девочки песенки поют весело. Ну, здорово. Чаще бы так развлекали народ. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.